Сегодня мы в гостях у Марины Колыхиной, химика-биолога, мастера по правильному питанию и владельца магазина сети марки «Натурхаус». Добрый день, Марина. Марина, что же представляет собой концепция «Натурхаус»? «Натурхаус» — это очень огромная система. Есть несколько направлений. Самое главное, скажем так, одно из ведущих направлений – это процесс снижения веса. Также есть процесс, наоборот, набора веса. Ну, это очень интересно. И последние, скажем, тенденции. Есть программы очень короткие, которые занимают буквально 2-3 недели. Экспресс-программы, Экспресс-программы, да? например, программа Detox. План экспресс, легкие ножки, антицеллюлитная программа, возможность улучшить свои суставы, я помню, была такая программа, да? Абсолютно верно. Как можно бросить курить. Отлично, мне нужно моему мужу. Вот, есть также программы для деток, педиатрические, и много разного. По улучшению метаболизма, по ускорению метаболизма, по улучшению кожных проблем, по уничтожению кожных проблем. И, в общем-то, очень много всего. Но я знаю, что помимо, собственно, продукции, которую вы, кстати говоря, можете увидеть за нами, концепция «Натурхаус» включает еще очень обширное обучение, правда, специалистов и обучение людей тому, как же правильно перестроить свой питательный режим, чтобы это было максимально полезно, грамотно и комфортно для их здоровья, правда? Абсолютно верно, перевоспитание, перевоспитание на правильном, как правильно и здорово кушать, и причем не ограничивать себя ни в чем. То есть это не жесткое перевоспитание, это не из-под палки, да? Это скорее это метод, скорее пряника, чем кнута, да? Абсолютно верно. Все потому, что должно быть приятно, очень приятно, да, и очень вкусно. Легко и очень вкусно. Отлично. Замечательно. Так вот, насчет вкусного. Что же самое вкусное, самое полезное? Я лично, например, для себя или для своих интересующихся людей могу попробовать на вашем стенде или в вашей продукции. Предложи нам что-нибудь, пожалуйста. Спектр биодобавок очень огромный. И кроме биодобавок у нас есть также и заменители еды. Например, есть серия супов, есть сладкие блюда, например, натия или же... Пудинг. Пудинги. Разные вкусы, шоколадные, ванильные, вкус йогурта. Есть батончики, которые заменители, либо же, скажем так, помощники. Помощники между приемами пищи. Также можно сделать коктейли безалкогольные, очень современно. Когда вот между приемами пищи, или когда приходят туда в гости. Но многие пьют смузи, а у вас, наверное, есть вот такой вариант, такой коктейль, который может биологически активно способствовать улучшению метаболизма и дальнейшим каким-то ситуациям в организме, да? Абсолютно верно, что с одной стороны очень приятный вкус, а с другой стороны еще дополнительно помогает очищению организма, улучшает кровообращение. И вообще очень приятный на вкус. Марин, но я знаю, что вот вся ситуация с биологически активными добавками или какими-то компонентами, которые предлагаются дополнительно к пище, но очень вопросительно, потому что человек боится привыкнуть к подобного рода продукции и потом невозможности жить без нее. Как «Натурхаус» на эту тему смотрит и что он предлагает в своей продукции? Нету привыкания к нашей продукции абсолютно, потому что все, все биодобавки сделаны на основе экстрактов трав, фруктов и овощей. То есть это здоровое питание, это то, что вот что растет, что нас окружает в окружающей среде, те же самые фрукты, овощи, например, черника, либо виноград, либо артишок, либо вот, например, это средство для улучшения флоры, кишечной флоры, что помогает усваиванию биологических активных добавок, и с другой стороны улучшает микрофлору, что в свою очередь помогает лучшему усваиванию остальной витаминов пищи. И вид минералов.
Хорошо. А такой вопрос. Ну хорошо, вот допустим, это вещь, которая не вызывает привыкания, но все равно наверняка существует определенная дозировка, правильно? Потому что мы же не можем себя насытить витаминами выше крыши. Абсолютно и верно. Не переживать на тему того, что обычно еще бывает, когда слишком много, тоже нехорошо для организма, правда? Абсолютно. Поэтому здесь, наверное, нам тоже стоит как-то оттолкнуться от дозировки. Есть она, присутствует? Абсолютно верно. И, безусловно, для этого нужны мы, специалисты по биологическому правильному питанию, и специалисты именно по, в данном случае, по дозировке биодобавок Naturhaus. Все это подбирается лично на каждой консультации, индивидуально для каждого человека, будет женщина, мужчина, либо ребенок, естественно, потому что вес 120 и обменные кило, процессы совсем различны. Абсолютно. Да, хорошо, друзья, но я должна сказать, что помимо Марины в магазине еще работает замечательная Тамара. Это специалист, да, диетолог. Я думаю, что Марина, может быть, даже лучше ее представит. И потому, как Тамара у нас является испанкой и прекрасной испаноязычной женщиной, я думаю, что Марина представит ее на испанском языке для того, чтобы она и сама могла понять, что мы ее сейчас представляем именно для вас. Les quiero presentar a Tamara, es nuestra dietista que habla inglés y español, es mi compañera de trabajo y mi gran amiga. Hi, привет! Друзья, ну было бы, конечно, очень интересно уходить с такого замечательного места просто так, поэтому мы, интернет-канал Marbella.ru TV, совместно с этим местом здоровья Naturhaus, решили предложить вам участие в уникальном реалити-проекте. Он будет называться «Натуральное удовольствие». Что же это такое? Наш проект представляет собой замечательную программу, двухнедельную, на основе самой лучшей, пожалуй, скоростной экспресс-программы по очищению организма Detox. Это программа, которая входит в цикл программ проекта Naturhaus. Мы хотим предложить вам участие в этой программе, и, как ни странно, за это участие вы заплатите всего лишь 55 евро, и, собственно говоря, вы их и съедите. То есть эти 55 евро войдут в стоимость тех продуктов, на которых будет базироваться ваша программа. Наши специалисты, Марина, Тамара, я в том числе, будут работать с вами абсолютно бесплатно и консультировать вас на протяжении всех этих двух недель. Кроме того, я знаю, что Марина совместно с Тамарой приготовили специальный бонус нашим первым трем записавшимся участникам. Марина, что это будет за бонус? Это будет здоровый завтрак, набор здоровых завтраков для того, чтобы улучшить результаты нашей программы и чтобы сделать приятнее. Замечательно. Друзья, по-моему, стоит уже срочно брать свои виртуальные ручки и писать нам на нашу страничку в Фейсбуке. Не забудьте, что адрес нашей странички Marbella.ru TV, регистрироваться на нашу программу, потому как только первые три участника получат такой замечательный бонус. Я должна вам еще немножко приоткрыть завесу тайны. Мы приготовили еще один небольшой сюрприз. Ну, он, может быть, будет и большой для кого-то. Вот. Но этот сюрприз будет крайне приятен тем, кто будет участником нашего проекта. Что ж, друзья, торопитесь, скорее подавайте свои заявки, потому как старт нашего проекта 12 января. Как раз то время, когда каждый человек хочет почувствовать себя легче и более здоровым после таких длительных новогодних праздников. Что же, мы прощаемся с Мариной и с Naturhaus'ом ненадолго. Мы встретимся с вами уже на нашей следующей встрече, когда и представим всех наших участников. Не забывайте писать нам на нашу страничку в Facebook. И до скорых встреч! Пока. До встречи.